Я думаю, что уже либо 1-го, либо 4-го числа назначение произойдет. А кандидатура уже есть? К Николаю Николаевичу Гурулеву все вопросы. Но вы же заместитель главы города по социальным вопросам. Я все понимаю, но этот вопрос в его компетенции, и поэтому он решает. Кандидатура согласована. А согласована с главой города? Да. А вас оставили в стороне от этого? Почему? Почему? Со мной тоже согласована кандидатура. Ну, пусть это останется сюрпризом.